Привет всем, дорогие друзья и подписчики моего канала IT-навигатор с вами. Сегодня я хочу поговорить о своем опыте использования Linux Mint 18.2 с KDE. Пару недель назад, да, чуть больше, я записал видео, моя Ubuntu Gnome умерла. Да, как бы были комментарии у нас разные, у кого-то были точно такие же сценарии. Кто-то говорил, что у меня там руки кривые. В общем, была куча злостных, ну и положительных комментариев. Скажем так, YouTube комьюнити и комментарии — это, конечно же, отдельная тема разговора. Думаю, возможно, даже сниму отдельное видео об этом. Но сегодня мы поговорим непосредственно о Linux Mint 18.2 KDE. В общем, друзья, я не ожидал такого, но я влюбился в этот дистрибутив. Да, я был раньше пользователем Linux Mint KDE еще на 4-й плазме, на старой. Был я на Минте с Cinnamon. Скажем так, в чем был плюс 4-й плазмы? Это плавность анимации, более-менее нормальная оболочка, но... Не знаю. В общем, потом я долгое время после Минта перешел на Ubuntu. Ubuntu 14.04 LTS с Unity. Замечательный дистрибутив. Очень долго на нем работал. А потом длительное время я был на 16.04 LTS с Unity. И все-таки решил попробовать решение с Gnome. У Гнома есть, у третьего Гнома есть множество преимуществ, но, скажем так, то, что мне не нравилось, это сама концепция интерфейса и то, что там были тяжелые неповоротливые анимации. Здесь же, скажем так, в KDE, ну это, скажем так, заслуга, наверное, самой оболочки, а не дистрибутива в целом, очень плавные анимации, замечательная оболочка работает. И мне понравился один из комментариев на YouTube, то, что человек сказал разработчикам плазмы: давным-давно пора уже сделать свой дистрибутив и оптимизировать, заточить работу дистрибутива именно на оболочку KDE. Что мне понравилось в Linux Mint? То, что раньше, как бы, да, пятая плазма, она была не совсем стабильная, да, красивая, но это работало не совсем достойным образом. Сейчас же это совершенно другое дело. За все время, которое я пользуюсь данным дистрибутивом, ну сколько, недели 3 точно я использую его как основную операционную систему, у меня не было ни единого зависания, ни малейшей, знаете, задоринки или фриза по анимации. Все открывается плавно, молниеносно, и работает все очень стабильно. Вы можете опять кидаться в меня помидорами, это форк Ubuntu, бла-бла-бла. Честно, ребят, мне это все равно. У меня это работает замечательно. Я забыл, да, за какие-то зависания, за то, что там оболочка упала, мне нужно перезагружать дистрибутив или еще какие-то проблемы. У меня все работает хорошо. На Ubuntu такого не было. Хоть это и форк, но... Большое почтение разработчикам Linux Mint. Да, вы можете плеваться, это там какой-то там дистрибутив непонятный там для домохозяек. Это решение, которое вы просто взяли, поставили и используете. Они там как-то допиливали Cinnamon, но это именно чтобы почувствовать experience настольного Linux, я вам советую установить все-таки Linux Mint 18.2 с KDE. Это стабильность работы, это плавность интерфейса, спасибо разработчикам плазмы. И разработчики Linux Mint, именно то, что, да, подкапотное пространство, скажем так, оптимизировали, ту начинку, да, которая под оболочкой, таким образом, что это работает очень плавно и очень хорошо. Я себе сделал полноэкранный просмотрщик софта, да, ну то есть меню пуск, да, можно здесь сделать как бы стандартное, по типу как на той же семерке, там, не знаю, десятке, можно, да, полноэкранный просмотр приложений по категориям, все это замечательно работает.
Мне нравится меню там, да, завершения работы. Все очень красиво, с прозрачностями. Все очень лаконично вписано. Да, это я сейчас, конечно, выхваливаю кеды. Но, скажем так, именно сочетание KDE и Linux Mint – это то, что меня устраивает. Вы скажите, почему ты не используешь Сьюзу, там, не знаю, Федору, Цент или еще что-нибудь другое? Потому что вот Debian пакеты, APT, вот это то, с чем мне удобно работать. Это доступность мануалов, это, ну, вот это мое. Скажем так, это мое мнение. Вот, да, можно совершенно спокойно работать с RPM-пакетами и, скажем так, использовать другие дистрибутивы. Но вот и, я привык, и вот мне больше так нравится. Вот это чисто мое субъективное мнение. Хотите, соглашайтесь, хотите нет, добро пожаловать в комментарии. Только срач там устраивать не нужно, там какие-то маты, злостные высловливания писать. Фразы, извините, друзья, у меня культурный канал, срать в комментарии, пожалуйста, к другим. Очень понравилось меню виджетов, в две строчки можно добавить любой виджет, благо их здесь очень много, замечательно, и это все мне нравится. Да, ну, виджеты я сейчас не использую, предпочитаю чистый рабочий стол. Также хочу сказать пару слов о KDE Connect. Я записывал видео, кто не смотрел, обязательно посмотрите. Это то, что заслуживает, скажем так, отдельного внимания. Это внимание к деталям, к взаимодействию вашего смартфона с Linux дистрибутивом. Вот то, что в десятке планируют сделать, да, там синхронизацию с Android смартфоном и так далее, это уже замечательно работает на вашем Linux Mint. Вот как на Mac, да, у нас Mac у нас очень хорошо дружит с айфонами, да, там с iOS-устройствами и так далее. Это одна экосистема. Вот похожий экспириенс, да, не тот уровень, но похожий экспириенс привносит нам KDE Connect. Обязательно посмотрите видео. И это, да, заслуга не Минта, а как бы плазмы в целом. Это замечательно. Вот, друзья, всем всячески рекомендую. И по поводу тех же настроек системы, то, что мне нравится в плазме, здесь абсолютно все настраивается. И основной месседж, скажем так, этого видео, это то, что Linux Mint 18.2 KDE это поставил, забыл, и это работает. То, что мне еще нравится, это сочетание клавиш в кедах Alt-пробел. И запускаем любую команду, допустим, ту же там, не знаю, консоль, и вуаля, запускается. То есть таким образом можно запускать любое приложение. Да, выполнение команд есть и на той же Unity, практически на каждом дистрибутиве. Скажем так, это прерогатива KDE, как бы, да, то, что здесь как это сделано. По Alt-пробел, маленькое окошечко, удобный поиск. Вот за эту фичу вот я готов терпеть какие-то неудобства, но здесь как бы все хорошо, все удобно, и я просто счастлив использовать данный дистрибутив. Допустим, ту же, не знаю, там Code, Visual Studio Code, мы можем смотреть папки какие-то открывать, мы можем запустить Visual Studio Code, и это все замечательно работает, это мне очень нравится. В общем, друзья, устанавливайте Linux Mint 18.2 KDE. Это, ну, проверенное мной решение. Да, я работаю с данным дистрибутивом сколько, до месяца, но, знаете, на Ubuntu, если какие-то лаги, они всплывали там через неделю. Здесь же, я не знаю, как они это сделали, здесь все работает хорошо. Посмотрим, как это будет работать дальше. Я буду периодически записывать подобные видео. Но, скажем так, отдельное мое почтение пятой плазме, команде разработки KDE, это все работает замечательно. И если выбирать какое-то решение на гноме, либо на KDE, обязательно берите KDE. Я теперь стал приверженцем кедов, наверное, раз и навсегда. Вы можете, конечно, не согласиться, там будете писать, там через месяц перейдет на что-то другое. Давайте проверим, давайте последим. С вами был IT-навигатор. Такое мое мнение по поводу Linux Mint 18.2 на KDE.
Жду ваших отзывов. Спасибо за внимание и до новых встреч. Пока-пока.